пожадовала, иди отсюда. Ну-ка дай. Дай. Стой. Ну, стой. О, ой. Ну дай ему маленько-то, дай маленько. Прям хватает. Гляди, ест. Помнишь белого кота-то? Лапами как, гляди. Ой. Ну подожди. Лапой, гляди, в рот толкает. Ну, вот он маленький, дай ему мышку-то, мышку дай. Это сын твой, это мамка. Иди, попроси у ней. Ну-ка иди, попроси. Ну еще, в рот. Одна уже, гляди, еще осталась-то. Все. Эх ты, жадина-говядина. А, мать называется. Присла, ты бы долан поиграл, научился бы ловить. Ну все, слопала. Эх ты, не ожидал я от тебя такого. Эгоистка ты, эгоистка, самая настоящая. Во, все в свою утробу необъятную. Но хвост-то лисиный. Вот такая красавица выросла. А вот буска была, то никогда не съест. Никогда. Придет и отдаст. Он ей играет, подпрыгивает, а это нет. Принесла, показала и слопала. А может, она его учит, чтобы он ловил, и тоже тебе достанется. Да, слава Христу. А тут у тебя чего покрышка? Белая наша пушистая кошка поймала мышку и, видимо, пытается привлечь этим самым котенка. Он сам боится, еще маленький, потому что здесь не сдерживался. А она ее немножко придушила, чтобы она не убегала сильно-то.
сильно нюхает воздух почему-то. А котенок боится. Сейчас вот белая пушистая кошка, она принесла этого мышонка. Или принесла, или здесь в доме у нас прямо поймала. Как раз Библию читал, сидел. Мышка, наверное, думает, как бы убежать, но ей страшно. Такие два больших хищника рядышком. Они, видимо, хотят его научить, а он боится. Сам перепугался весь. Иногда кошки так играются и упускают мышей. Они убегают у них. Все, она убила ее. Да. Вкусная еда для кошки. Белый котенок пытается что-то подойти. Но боится. Рыжка отвернулась у нас, кошка. Это бабушка рыжая. Сделала вид, что ничего не видит.
котенок пытается со всех сторон обойти маму свою. Видимо, ему тоже бы хотелось мышку погрызти. Молодец, белая. Умница. Если она поделиться было с ребенком-то своим. Съела собаку. Да, слава богу. За всем.